Добрый день, дорогие друзья! У нас понедельник, и мы снова идем в нашу школу. Сегодня я хочу поговорить с вами о таком вопросе, как составление схем к нашим узорам. Существует ряд программ, по которым мы можем составить схему, распечатать для удобства и спокойно вязать и отмечать на ней те рисунки, те ряды, которые провязаны, смотреть внимательно и не сбиваться. Я видела у многих девочек тетрадочки, в которых они от руки рисуют большую схему и затем все это объясняют, рассказывают. Это огромный труд, и это большая затрата нашего времени, девочки. Поэтому я хочу показать вам, какой программкой, одной из программ, какие у меня есть, очень простой, я пользуюсь. Программка эта доступна онлайн, бесплатно. Называется она tamica.ru. Если вы войдете, например, введете просто в поисковике, я вот веду простую страничку и напишу здесь Tamica, и сразу у меня высвечивается tamica.ru схемы. Можно зайти сразу в схемы, не регистрируясь в этой программке. И у вас идет создание схем для вязания спицами. А можно просто зайти на саму программу, зарегистрироваться. Вот как зарегистрирована здесь я. Здесь тоже можно составлять схемы. И здесь уже есть готовые схемы, которые вы можете скачать к себе на компьютер. О программе здесь на сайте программ. Здесь очень-очень все расписано. Очень популярно, как составляется, что обозначает каждая клеточка, как нумерировать ряды, петли, как заполнять поля, какими цветами и так далее. Я очень углубляться в это не буду. Вы это можете почитать сами. Я просто покажу элементарно, как можно создать схемы. Для чего вообще в принципе? Я уже вам показывала, что я вяжу вот такие красивые жаккардовые свитера. И для них я создаю в этой программе и распечатываю схемки. Вот, например, одна из них. Красивая схема. Вторая. Это все, девочки, составлено в этой программе. То же самое можете сделать и, в принципе, и вы. Ничего сложного нет. Очень красивая программа для жаккардовых узоров. Такие узоры, кстати, на моей страничке Lana Art. В группе Lana Art на Facebook вы можете найти и уже не составлять, а распечатать. Итак, идем к нашей программке. Итак, мы открыли страничку схемы. Первая строчечка. Вид условных обозначений. Могут быть русские, для русских книг символы, могут быть для восточных. Какой вариант вам удобнее, такой можете выбрать. Количество рядов. Количество рядов в схеме, если вы ее хотите составить и еще не знаете, сколько в принципе будет рядов, напишите просто, допустим, 20 рядов. Количество петель. То же самое. Вы можете написать, например, 20 петель. Если вы хотите составить раппорт, вы ставите здесь стрелочку для раппорта. Если вы хотите схему только для лицевых рядов, например, я составлю схему только для лицевых рядов, я ставлю здесь птичку и пишу «нарисовать поле». Вот оно, мое поле, девочки, и вверху условные обозначения написаны. Написано каждое условное обозначение и подписана лицевая петля, изнаночная петля и так далее. Допустим, здесь 2 петли провязать вместе, 3 петли провязать вместе, накид и так далее. Вот эта линия идет уже для кос, оранов, где вы можете составлять очень красиво свои узоры с косами. Но мы начнем с самого простого. Например, вот у меня есть вот такой рисуночек, который я давно вам хотела показать, который называется колокольчики. Очень простой и красивый узор. Итак, как составить такую схему? Мне нужно, во-первых, взять одну петельку крайнюю и одну потом изнаночную. Например, крайнюю, вот здесь написано, одну петельку снять как изнаночную. Я беру ее, нажимаю, и всегда вот здесь у меня в моих нечетных рядах она будет сниматься. Вот я нарисовала, она снимается. Видите, как быстро рисует программа. Дальше я смотрю, допустим, здесь мне нужно по моему узору, я переворачиваю 2 петельки, 2 изнаночные идут всегда. Я ищу изнаночную и опять же вверх, 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 вверх по программе иду изнаночными. Все, нарисованы. Дальше у меня идут 3 лицевые. Опять же, я их делаю 3 лицевые. Вверх, вверх, вверх по программе. Я не буду далеко. Опять 3 изнаночные. Элементарно составляется, девочки, схема. Элементарно. Дальше я провяжу первый ряд, второй, третий и четвертый. И вот в этом ряду мне нужно петельки в моем колокольчике, петельки сделать из 3 одну и 2 накида. То есть вот это все, вот это я беру и вот здесь стираю. И мне нужно что сделать? Мне нужно 3 петли провязать вместе лицевой. Я ставлю сюда и добавляю 2 накида. Вот, в принципе, и все. Вот это сочетание у меня сделано. Дальше по схеме. Если у меня идет 1, 2, 3 ряда, здесь у меня тоже будут накиды. И здесь у меня будет, опять же, вот такая схемка. В принципе, все это повторяется, поэтому я могу изменить мои ряды. Я сделаю 9 рядов. Ряды сверху, снизу, петли слева. Допустим, я удалю, я не посмотрела там сколько, ну, допустим, я 11 удалю. И обновлю мое поле. Вот у меня получается моя схемочка. И сверху мне тоже нужно будет удалить точно так же ряды. Точно так же, если у меня их здесь вот 15, значит из моих 39 я убираю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 рядов. Опять же я убираю сверху 12 рядов. Сверху убрать 12 рядов. И вы можете подогнать схему так, как вам нужно. Вот ваша схемка и в принципе готова. Вы рисуете ее на компьютере, сразу же программа вам выдает все это. И сохранить картинку на компьютер. Затем, когда вы сохранили вашу картинку на компьютере, вы можете ее распечатать вот точно так же, как это сделала и я. Хотя вы можете, в принципе, в редакторе еще убрать вот это все, вы знаете обозначение, и оставить себе только схемку. Либо оставить схемку вот так, с обозначениями. Такие программы, девочки, очень-очень-очень упрощают, естественно, наш процесс вязания. Вы уже составляете программу, и как бы, в принципе, распечатав ее либо дома, либо где-то там на работе, элементарно вязать дальше. Вот, в принципе, я показала вам простой такой вариант создания узора. И сейчас покажем, допустим, ну, какой-то вариант из жаккардовых узоров. Здесь очень хорошо их составлять. Вот здесь есть схемка, вот здесь в квадратике. Не схемка, а здесь такая палитра цветов. Вы можете выбрать основной цвет, каким вы вяжете. Например, вы вяжете сиреневым цветом. Выбрали и заполнили все поля вот отсюда вашим сиреневым цветом. Все, у вас получилось. Дальше вам нужно сделать картинку, допустим, белым цветом на сиреневом фоне. Там, где вам нужно, вы проводите вот белую линию. Все. Здесь элементарно сделан белый ряд после сиреневого. Дальше, например, ну, мы будем делать с вами вот такие красивые Вот такие красивые, как звездочки. Элементарно, девочки, рисуется, и все так красиво получается. Все, вот здесь, в принципе, дальше нам нужно сделать вот такой белый ряд, опять же сюда. Элементарная дорожка, элементарная наша дорожка, вот такая элементарная дорожка, готова. Теперь нам нужно посмотреть, чтобы рисунок наш сходился. Значит, здесь после белой петельки должна быть сиреневая. Вот эти два ряда нам нужно с вами убрать. Пишем «изменить» и «убрать ряды справа, слева». Нам надо слева удалить с вами два ряда, обновить поле. Все, вот рисуночек готов. Дальше, опять же, если он занимает у нас с вами больше, мы можем продолжить. Как мы можем продолжить сиреневым цветом? Мы не будем его искать здесь. Мы берем вот эту пипеточку и нажимаем на тот цвет, который нам нужен. Мне нужен сиреневый. Я нажала на него, и сиреневым цветом я могу добавлять дальше поля. Если мне нужен другой цвет, например, дальше желтый, какая-то полосочка вот такого желто-зеленого цвета, я могу двигать вот мою стрелочку, и этот цвет я выбираю сюда. И дальше продолжаю, допустим, два ряда вот таким цветом. Дальше, после распечаточки, девочки, у вас получается вот такая схема вашего жаккарда. Все элементарно просто. Программа очень простая, поэтому она, в принципе, работает онлайн, она как бы не загружается, но есть вариант либо зарегистрироваться на этой страничке в программе, либо же просто набирать tamica.ru, и вам будет высвечивать схема онлайн. Вы рисуете и сохраняете на своем компьютере. Вот и все, в принципе, на сегодня по улучшению и вашего канала, потому что на нем вы уже можете схему показывать не в вашей старой тетрадочке, а красиво распечатанную на листочке. Это будет приятнее намного зрителям. Ну вот, в принципе, девочки, и все. Для чего нужны такие программы? Но опять же скажу, для того, чтобы привлечь больше зрителей, больше девочек. Почему? Потому что зрителю намного приятнее будет смотреть и читать с вами вот такую схему, чем нарисованную от руки в вашей тетрадочке, где нужно разбираться, где, что, каким цветом. И вам это займет, конечно, больше лишнего времени. А так, буквально за несколько минут можно составить вот такую любую схему жаккарда, любую схему вот таких колокольчиков, кос, оранов и так далее, и так далее. Нужно просто посидеть, и элементарно сохраняется все это на компьютер. Все это я вам подобрала, девочки, для того, чтобы вы как-то улучшали свой канал, вид канала, и могли красиво представить и свою работу, и свою схему, составленную для других зрителей. Это привлечет еще больше подписчиков, еще больше интереса к вашему каналу. Ну, а на этом пока, в принципе, и все. Идите, составьте какую-нибудь схемку, распечатайте и попробуйте по ней уже вязать ваши изделия, ваши работы. Вот еще одна схемка, составленная в другом стиле. Согласитесь, что все это смотрится намного красивее, намного ярче и намного, как бы так сказать, респектабельней, чем то, что мы рисуем карандашиком, вытираем резиночкой. Естественно. Но, опять же, это на любителя. Можно работать и со своей тетрадочкой. Вот, в принципе, и все. Составляем схемки, трудимся, ниточки, и сидим и вяжем. А на этом всем пока-пока. С вами была Светлана из далекой-далекой Испании.